Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 23 июля 2022 год, 29 градусов. Семья собралась в Русский музей, хочу их проводить до Пышечной. Но вот для этого нужно будет сейчас проехаться в метро. В метро я еще не катался с колесом, поэтому это будет первый опыт. С камерой я тоже не катался. На моей памяти, что нельзя снимать в метрополитене. Но там буду смотреть на знаки. Если знак будет, что съемка запрещена, соответственно, не буду ее вести. Если знаков не будет, съемку вести буду. Посмотрим на отношение сотрудников метрополитена к человеку на моноколесе. Посмотрим, насколько это удобно. Ну и нужно понимать, что вот такое движение здесь совсем недопустимо. Здрасте. Вы в курсе, что по дворам со скоростью 5 км в час лучше транспортным средством управлять, которое является средством повышенной опасности? Все, хорошего дня. До свидания. Красный, а там сейчас будет зеленый. Светофор здесь непонятный, поэтому погоним до перекрестка. А, зеленый, зеленый. Вот здесь видите, коротыш такой. 10 секунд. То есть человек, если он идет по светофору, он на этот светофор-то пройдет, а на этот уже нет. На колесе, да. Так что можно сказать, это светофор для моноколеса. Итак, мои едут сейчас на автобусе до метро. До метро там будут ждать меня, ну либо я буду ждать их. Уважаемые автолюбители, помните, что вы передвигаетесь на средстве повышенной опасности. То есть если я колесом вас убить никак не могу, да? Мне придется очень сильно постараться, ни в коем случае этого допускать нельзя. То вы автомобилем очень легко можете причинить тяжкий вред здоровью. Поэтому, пожалуйста, уважаемые автолюбители, я отношусь к вам с огромным уважением. Соблюдайте скоростной режим при движении по дворам, потому что ребенок может внезапно выйти из автомобиля, может выскочить пёсик, может выпасть просто пьяный гражданин, которого вы переедете и сотворите горе. Нельзя этого допускать, потому что 5 км в час при движении по дворам — это вот такая скорость. А ну и аккуратнее. Надеюсь, что люди, с которыми сейчас была проведена эта беседа, поняли, важно это делать вот так. Аккуратно, деликатно, чтобы не вызывать негатива. Так и забрали. Мне это вовсе, я большой. Машины с объект не страх. А вот ребенку можно причинить тяжкий вред. Надо быть аккуратным. Ну и, конечно, на моноколесе однозначно также по дворам перемещаться со скоростью пешехода, чтобы быть предсказуемым, не внезапно. Такие цветочки красивые у нас. Преодоление пешеходных переходов, конечно, не вот так вот, как это сделал самокатчик, а аккуратно и предсказуемо. Так, чтобы водители видели, что вы их видите, чтобы они вас видели, чтобы не быть для них внезапностью. Аккуратно, так же, как роллеры преодолевают пешеходные переходы, так же нужно преодолевать пешеходный переход на любом электрическом транспорте. Медленно, осторожно, внимательно. Ну и, конечно, чтобы у сотрудника ДПС не было желания составить на вас протокол. Сейчас позвоним моим, на каком они этапе.
Вышли они чуть пораньше. Уже в метро. Ну вот вам наглядно чемодан и колесо. Смелее ко мне спускайся, Лев. Раньше в детстве, когда я ездил в метро, у меня рука всегда опаздывала или бежала впереди. То же самое, да? Поэтому приходится ее переставлять, да?
посмотреть, там вообще никого нет. Без спешки.
мы телепортировались в центр города. Алексей, ты доволен, что сейчас нападешь на вышки? Но главное, чтобы там ничего не было, то вдруг там сейчас санитарный день. А что, все дошли уже, что ли? Это они? Так, парни, вы можете со мной остаться или маме помогите, да? Только берите не меньше 100 пышек, хорошо сразу? Лев, а ты справишься? Пойдем, отойдем там, где народу поменьше, вон туда. Дай мне тут все кошелек. Да нет, что вы, я же есть.
Давай, давай сюда отойдем к стеночке. Да, хочу. Такая бомба прошла, разрывом не стоит. Я всю ее дожидаюсь. Вот ты, один воробей на проводе. Да. Зайди-ка, сними, как там мама со львом стоят, хорошо? Держи здесь крепко, да? Все, это главное, не стукай ни обо что, да? Держи на уровне лица, хорошо? Зайди и возвращайся. Справишься? Нет. Тогда подожди здесь со мной. Налетись. А здесь окна мутные, я не вижу тебя. Очень мутно. А, все, вижу, теперь вижу. Теперь вижу. Сейчас сейку я к вам зашлю поснимать. Сходишь, поснимаешь? Ладно. Все, давай. Поснимай и выходи. Хорошо? Вот здесь. Помашу. Возьмите. Разрешите? Нет, это маленькая. Алена обычно на улице еще в два раза больше стоит. Я пойду. Там работают какие-то супергерои, представляешь, на выдаче пышек. Людям-то что постоять? Они там, представляешь, целый день работают. И делают самые вкусные пышки. Это они суперлюди. Они не с нашей планеты, да? Ага, в карманы кладут лед, и штаны себе, да? Бедненькие они там, бедненькие, конечно. Они работают в таких условиях. Может быть, льва подменить? Чтоб лев чуть-чуть воздуха подышал, а? Сходи, подмени его, хорошо? А потом я пришлю его обратно. И что, тебе пришлось налички покупать или что? А где это написано? В смысле? Ну вот ты приходишь, пышечка? Сегодня у них не было, а карты просто сегодня не принимают. А так у них одна касса. Блин, а представь, человек пришел, очередь отстоял. И тут выясняется, что у него электронные деньги его не принимают. Ну кому-нибудь на карту переведут, ему кое-что. Ну кому, кому? Таким же, кто в жаре стоит. Сейчас дождик, кажется, будет. Главное, что воробьи прилетели. Мы же ради них пришли. Воробьи. А, ну воробьи все, хорошо. Я не хочу. Там маленькое пространство, все будет. Приземляйтесь, мне кажется, сейчас будет это. Дождик. Стоим перед дождичком.
песочке купаются? Где? Пока не вижу. Так, кому-нибудь можно? Лошадью пахнет. Чуешь? Билети, смотрите. Оп. Он знает, что мы пришли сюда. Не просто так. Сейчас ты с ним объяснишься, почему это ты голубей не кормишь. Сейчас он тебе задаст вопросы на тему. Чем это? Что за дискриминация? Почему? Время другое, обеденное. Может быть, там где девчонки сидят с той стороны. Видишь, они там тоже тусуют. Давайте воробьи. Вон они прилетели сюда. Давай. Не вести руками, так не машь. А как ему махать? Ну, в рассаде, он пугает. Он же как птиц. Так, а чей какой чей кот? Ты не помнишь? Ну это точно все наше. Да, осталась одна пушка и мушка, одна у меня. Аккуратно воробьи прям под, да, под колес. Сейчас те люди, которые там сидят, там духотин такой даже не представляют. Ну, свободные места есть, желающих. Ты посмотри на этого велоцираптора. Видел, как он твою пышку пытается разорвать? Он видел? Белый который. Смотри, смотри. Вот да выпендривался называется, да? Такой кусок большой у него был у белого. И он его туда-сюда, туда-сюда, пока воробья не швырнул. Thank you.
Thank you.